в школу. В школу вот такие красивые девочки идут. Платочек у нее пристегнут. Ханкичи, он пин. Угу. Итак, no uniform, no uniform for school. No uniform. Uniform, no. Нет. А это, наверное, нашей Washing Lady. А Washing Lady family, да? Точно, это девочка. Я узнала по своему рюкзаку, который я ей подарила. А я-то думаю, что они так со мной радостно здороваются. Я их в лицо не запоминаю. Это, видимо, невестка ее. Так и не купили форму. What is your name? Нам. Нам. Саи Брамани. Саи Брамани? Саи Брамани. Джахнави. Джахнави. Джанави, да, с тобой мы знакомы. Спасибо. Ой. Джанави наша. Вот так вот на улице встречаю и не узнаю. Big children, small children. Ага. Старший ребенок, младший ребенок. Я даже... Ну, очень красивое длинное платье. Прямо как будто она идет не в школу, а куда-то на праздник. Ну, это же и есть праздник знаний. Вот здесь они учатся? This school? This for free? Free? No money. Free? For them. Free. Ага. Please. How many people, children there? How many children? Teacher there. Ten? Forty numbers. Forty numbers. Forty numbers. Fifty numbers. 40-50 человек, членов. Давайте. Кам? Можно, да? Давай я с тобой схожу пока на минуточку. А он лиси Тора-Тора, да? Можно чуть-чуть посмотреть? Да. Kids Club называется. Кам. Можно, да? Сайрам. Сайрам. Ага, this is school? School? School. Как много... how old is she, the youngest, how old age? Она хочет познакомиться со своим другом. Сайрам. Сайрам, привет. Сайрам. Ладу. Итихас, нем. What name? Итихас. Итихас. Ага. Ясно. Слушайте, какие... И все... All children. Free, no uniform. No uniform. Не надо. Формы никакой здесь свободно. Сайрам. Uniform. No uniform. Good, good school, good school. Different age. 3-7. С 3 до 7 лет. Вот такой вот у них возраст. Окей, thank you. How many hours they studied every day? 9:30 to 12:30, 3 hours. Then afternoon 2 to 4, 2 hours. Total 5 hours. Same children, same. Угу. 5 часов они занимаются. С утра 3 часа и после обеда 2 часа. Окей, thank you. Thank you. Спасибо. You have Russian somebody, children? Do you have children from Russia? No? Before I have. Да? Yeah, before. Wow. And no, actually, 2 ladies come to learn Telugu, no Russian ladies. Ah, really? From, Ira and Ira? Ira. I am also Ira. My name also Irina. And your name? Jyotna. Jyotna. Yeah. Ага, acha. Thank you, Jyotna. Okay. Спасибо. Я говорю, а были ли у вас русские детки? Она говорит, да, и 2 русских женщины изучали Телугу здесь. Вот. Я все время проходила мимо. Кстати, получила несколько дней назад комментарий. Может быть, зайдете куда-то? Bye.
Bye, thank you, Сайрам. Ну вот уже и ближе знакомлюсь с семьей нашей Вошинг-леди. Вот, получила комментарий, может, зайдете в какую-нибудь школу. Я на него не ответила, но тоже так в голове немножечко он остался. И думаю, ну, специально в школу ходить, договариваться с учителями. У меня были походы в школу, где-то есть у меня видео интересные, разные школы. Но вот опять и опять, думаю, если случится так случайно, то, конечно, ладно, я зайду. Ну, нужно было, конечно, Сайрам поглубже все это, посмотреть, как они занимаются, поспрашивать, какие у них занятия происходят. Вот, ну, хотя бы так, даже мимоходом. Интересно, правда? Слушайте, а эту девочку, вот когда она приходит, ну, это все связано с плохим зрением. У меня зрение было, я уж не помню, минус 6, минус 8, что ли. Вот, потом делали операцию у Федорова, астигматизм исправили и эту близорукость. А потом зрение опять стало портиться, а потом катаракта началась, мне поменяли хрусталик. Ну, в общем, я, короче, не заморачиваюсь, не напрягаюсь на запоминании лиц, потому что это для меня было сложно. И вот если человек ко мне приходит домой, я его помню. А если я его встречаю на улице, вот такие особенности памяти. И я его не помню. И также вот эту девочку Джаннави, когда ее приводит моя Вошинг-леди, хотя бы Вошинг-леди я запоминаю, ее бабушку, я помню. А вот на улице я ее опознала только по своему рюкзаку. Вот. И мне еще написала одна наша зрительница вчера, говорит, можно я вашей Вошинг-леди передам небольшой донейшн через вас? Я говорю, ну хорошо, давайте, можете прислать. Только говорю, я ей вот вчера подарила два сари, поэтому я денежку передам на праздник перед Дивали, Дасара, когда начнется 26-го. После 20, ну, вернее, 26-го передам. А у меня сегодня встреча с Оксаной. И у меня еще есть вот минут 10, чтобы дойти до нее. Я вышла пораньше, чтобы купить очень вкусные, мне нравятся кексы в лавочке, в которой мы покупаем масло ги. Гаятри лавка называется. И вот я думала, что у меня времени достаточно с запасом. Но видите, человек предполагает, а Бог располагает. Так хлоркой пахнет. Вот это все посыпали хлоркой. Вот. Ой, как в бассейне, знаете, в аквапарке, когда приходишь, и такой вот запах хлорки. Мне он нравится, кстати сказать. Я люблю запах хлорки. Вот, и я хотела купить эти кексы там. Так, сплюшки спят. Ну, я думаю, ничего, если я опоздаю на 5 минут. Мы, когда в воскресенье встретились в Хануман кафе, я уже с ней разговаривала и, в принципе, взяла большое такое, наверное, там буквально двухчасовое интервью, но по техническим причинам я его не могу выпустить. Поэтому мы с Оксаной созвонились и договорились, что мы еще раз с ней встретимся, она сделает рум-тур. Видите, вот пятая и шестая нога, я уже 150 миллионов раз показывала, но они висят у них на спине, такая аномалия. И, видимо, бизнес пошел. В Хутапарте раньше не было этих коровочек, но теперь они их тут туда-сюда водят.
Но если у них реально своя деревня очень маленькая, то, наверное, там прибыли-то не очень много. Не знаю, почему индейцы жертвуют вот именно на этих странных коров. Что у них это считается? Благословение или наоборот помощь несчастной корове, несчастной семье? Ну, видите, ее так разукрасили прям. Бабочка. Такая бабочка ручная тут. Иди сюда на ручку. Народу очень много в ашраме. Пуджа закончилась. Так, ну... Еще есть время, еще есть у меня 7-8 минут. Думаю, я успею сейчас дойти купить кексы. Они свежие, их каждое утро привозят из Бангалора. Вот, ну, к чаю как бы. С пустыми руками идти неудобно. И думаю, я не опоздаю. Ненавижу опаздывать. Очень не люблю. Очень себя дискомфортно чувствую. Даже в молодости... Даже на свидание приходила раньше, хотя уж тут сам Бог велел девочке пококетничать и опоздать немножко. Но у меня не получалось. Вот Gayatri Enterprises. Лавочка. Называется Gayatri Milk Dairy. И вот здесь вот у них голубые кексы. Сайрам. Blue cake. Blue cake. Cake здесь. Ну, blue, да. Угу. And thumbs up. 108. Амбуланс. Скорая помощь. И полиция. Что у нас случилось такое? Я не опоздаю. Теперь точно не опоздаю. Я, может быть, даже успею купить себе, если у них тут нет очереди, сыр тертый в этом магазине. Есть ли здесь у вас тертый сыр? Здесь нет. А просто сыр. Вот такой. 200 грамм. Стоит 200 рупий. Вот такой я и хочу. Адил трай, now busy. Уже без двух, я уже опаздываю. Это меня мой доставщик свежего сока. Давай, он меня в магазине отловил. Пошли, говорит. Пошли, всего 2 минуты. Я говорю, я не могу, я занята, очень занята. Здесь совсем рядом поворот к ее дому. Вот. Такая движуха. Ага, ничего.
Вот еще одна телевышка у нас. А здесь, по-моему, наша DSNL, от кого мы сейчас интернет купили опять. Раньше у нас тоже через телефон был DSNL провайдер, но очень был плохой. Вот. А сейчас получше. Все время приходится подстраиваться. Ну и, наверное, это видео будет отдельным. А уже рум-тур у Оксаны и интервью будет новым видео. Так что, друзья, всех обнимаю, всех люблю. Не расходитесь. Я думаю, это очень интересное должно быть интервью. Да и рум-тур посмотреть, какие тут квартиры продаются, вернее, сдаются, и сколько они стоят. Тоже очень интересно, как живут иностранцы.